В прошлом году из-за сложного финансового состояния площади посевные были снижены. На сегодняшний день мы планируем в период выхода из кризиса формирование объема посадки и посева на уровне 2014 года. Это тот год, когда предприятие могло стабильно платить по своим счетам, вплачивать заработную плату, и того объема произведенной продукции хватало на то, чтобы жить и готовиться к весенне-полевым работам.